Мама, ты такая любимая, поздравляю с тебя. С Новым годом. А где подарок твой? А что? Мам, ты такая большая, красивая. Это мне что, подарок? Да. А почему? Сегодня что, праздник? Да. Ой, какой праздник. А сколько же у меня цветов? А это ты мне сам сделал? Да? Да. Такая красота. Ой, я тебя не вижу из-за цветочков. Где ты, Арсюша? Дорогие и любимые наши женщины, искренне от всего сердца хочу вас поздравить с 8 марта. Пожелать вам счастья, любви, здоровья, всего самого доброго, светлого. Дорогие женщины, с 8 марта поздравляю. Любим вас, ценим вас, целуем вас. Будьте счастливы. Всегда ваши Александр, Евгений Плющенко.